Да, ну мы продолжаем, стало быть, движение по философии Олега Михайловича Наговицына. В прошлый раз мы чуть-чуть развернули, как смогли, что называется, два момента, насколько я могу вспомнить, прокомментировали, что означает, что предмет становится в форме, вот, и поговорили о той форме, которую эта уставшесть приобретает, а именно форма света. То есть свет – это становящееся неразличимое в самой себе нечто или становящееся неразличимое в себе сущность. То есть в единой ситуации она все-таки целостная ситуация. Почему целостная? Потому что если форма дает границу, в которой предмет становится, это означает, что нет пространственного отношения между формой и предметом. Нет, предмет не является чем-то иным для формы. Он становится в самой форме, и тем самым они неразрывно связаны. Но вот в этой неразрывной связанности мы тем самым можем вычленить форму как форму данности, которую приобретает это становящееся, это, так сказать, со стороны формы этого становящегося, со стороны содержания этого становящегося, это свет. То есть некоторый контраст, некоторое становление, еще неразличимое в себе, еще не ставшее. Вот. И к следующему пункту, я думаю, сегодня перейдем. Пункт следующий. То есть мы в прошлый раз говорили о том, что происходит с предметом, вот этот становящимся в форме предмета. Сейчас переместим внимание на то, что происходит с самой формой как таковой. Не с формой предмета, не с формой данности, а с формой, с мышлением. Что здесь форма может сделать? Ну, понятно, поскольку форма изначально определяется как актуальная и равная себе, и как условие возникновения предмета, условие становления предмета, то мы можем задаться вопросом о том, что может форма сказать о самой себе. Вот что происходит с предметом, предмет становится. Первые результаты этого становления есть форма данности и свет, как содержание этой формы данности. Но что при этом происходит с самой формой как мышлением, из-за которой, собственно, все это движение и возможно? Вот здесь такая сложность. Поскольку становящийся предмет неотделим от формы, в которой он становится, то с осознанием, со схватыванием формы как таковой есть проблема. Проблема достаточно простая. Ну, вру, конечно, да, она сложная проблема, но сформулировать ее можно, на мой взгляд, достаточно просто. Противоречие здесь в следующем. Мы изначально форму понимаем как актуальную и как готовую, как ставшую, но поскольку в ней становится нечто становящееся и еще не стало, и форму при этом не отличая, неотличима от того, что в ней становится, то в каком смысле мы можем осознать форму в качестве формы, в качестве чего-то отличного от этого становящегося? Где-то же мы должны осознать форму как нечто равное себе, но при этом в этой форме находится то, что себе не равно, то, что становится еще равным себе. Здесь вопрос, Саша, равное себе, неравное себе, это что? В каком смысле? Термин понимается. Предмет равен себе. Не предмет равен себе, форма равна себе. Ну, форма равна себе. Некое тождество, что форма сохраняет сама себя. Если понимать, например, это сохранение в физическом смысле, то во времени.
Если, а можно понимать это в логическом смысле, что это одна и та же формула. Ну как тождество, а равно а. Вот в таком логическом смысле форма сохраняет себя. Форма могла бы, и могла бы быть другая ситуация, так вот, если размышлять, что форма могла бы быть, может изменяться. Ну вот, допустим, предмет, наоборот было бы, да, предмет покоится, а форма, знаешь, как нечто текучее обволакивает этот предмет и как бы и сама изменяется в соответствии с тем, какой предмет ей предан. Могла бы такая ситуация быть. А здесь другая ситуация. Форма как раз это то, что равно себе, а предмет внутри формы изменяется, становится. Ну, если это же точка отчета. Вот, да. Например, вот ты стоишь, все относительно тебя движется. Как бы, а другой стоит, все относительно него движется. Что выбрать в качестве точки отчета? Мы выбрали в качестве точки отчета форму. Все относительно нее движется. Если мы выбрали, может быть, в качестве отчета некого рода предмет, то, может быть, мы могли бы наблюдать, в какой форме изменяется. Но ты же физик должен понимать, что все зависит от точки отчета. Понятие движения относительно. Точно так же понятие покоя относительно. Но мы же здесь не в физическом смысле говорим, это некие метафоры, а в логическом смысле. В логическом смысле мы подразумеваем, что мы представляем собой некого рода покоящуюся форму, с позиции которой все остальное, поскольку форма покоится, движется. Не так происходит, что форма покоится, и так уж случилось, что все остальное движется. А просто в силу того, что форму мы зафиксировали, все остальное пришло в движение. Нет, Стас, я бы вот иначе бы все это сказал. Как здесь происходит ситуация? Ну, на самом деле, когда ты являешься формой, определить значит ограничить. Ты идешь, и у тебя идет постоянное снятие перед тобой, да, или тишение. Определил, ограничил. Определил, ограничил. Вот. Поэтому, как бы, когда ты живешь в этой ситуации, определил, значит, ограничил, ты здесь прав. Здесь нельзя говорить о неком. Ну, вообще ничего нельзя говорить. Что означает, что форма тождественна сама себе? Это означает, что устанавливается отношение, что форма видит себя во всем вот в этом непрерывном мельтешении, допустим. То есть выполняется отношение между формой. Тождество это. Тождество – это один из способов отношения. Таким образом, оказывается, сказать, что форма равна самому себе, это есть некоторая элементарная форма рефлексии. Так Гегель указывает, как форма видит саму себя, да. Если она не может отличить себя от предмета. Да, вот рефлексия… В качестве своей чистоты, как она видит себя. В этом и она рефлексия, она и в этом состоит, что мы устанавливаем между собой, в происходящем и собой, отношение тождества. Быть, как я часто любил говорить, это означает быть формой. То есть мы видим, что здесь у тебя есть происходящее и бытие. А быть – это значит быть формой. То есть устанавливать тождество в происходящем самого себя, самого себе. Вот так. Ну, вот. Это субъектное понимание бытия. Да, это вот такая вот ситуация бытия. Быть – это быть формой. Вот, значит, быть с определенного рода способом. Ну, надо понимать, что тождество, отношение тождества – это пример отношения. И в этом смысле отношение тождества является образцом рефлексии. Установление отношения себя с самим есть разновидность рефлексии. Вот такой, не порождающий предмет, да, как иногда говорят рефлексии. Я понимаю, что я тоже смотрю и себя вижу как некий новый предмет. Ничего подобного. Здесь вот тоже один из многочисленных философий встречающихся примеров, когда установление формы тождества является примером рефлексии, но вот такой не порождающий нового предмета. Тут на самом деле надо говорить о том, что цель формы состоит в том, чтобы ближе приблизиться к состоянию своей чистоты. То есть форма на самом деле стремится взять себя в своей чистоте. То есть она к этому стремится, но достигнуть этого не может. Вот, да, по поводу этого стремления. Тут ведь, смотрите, какая штука. Я еще раз обозначу, в чем трудность для формы схватить себя в отличие от того предмета, который в ней становится. Трудность такая. Форма по изначальному пониманию должна быть равная себе и актуальной. А
В данный момент она оказывается формой чего-то становящегося, то есть по определению себе неравного, чего-то текучего, еще не ставшего. Как может быть форма равна себе, когда то, чего она, форма, является себе неравным? При том, что мы говорим, что здесь предмет и форма в некотором смысле находятся в едином опыте и друг от дружки не отличаются. Как можно все-таки ее вычленить? Путь, видимо, такой. Я почему зацепился здесь к словам Булата, что мне кажется, здесь есть некоторая ниточка. И ниточка вот какая. Конечно, впрямую это схватывание формы текучего в качестве чего-то постоянного, ну, как минимум парадоксально, видимо, невозможно. Но у формы же есть еще одно обстоятельство. Форма есть не просто форма предмета, но форма есть условие возникновения предмета. Это означает, что форма не во времени, но логически предшествует предмету. И вот она может осознать себя как условие возникновения предмета. И тогда она сможет себя реально отличить от предмета, если сможет схватить себя как условие. Но странность этой позиции состоит в том, что вот эта возможность схватывания себя как условия, она самой формой рефлексии, осознается как возможность. То есть, как то, что может быть, а то, что может и не быть. То есть, здесь необходимо должно совершиться какое-то усилие. Вот и последние слова Булата, по-моему, к этому клонили. К тому, что здесь эта возможность, она может быть реализована, то есть, форма может быть осознана как форма, но может и не осознаваться. Почему я так напираю на эту возможность быть или не быть? Потому что здесь еще один пункт явственного отличия, скажем, от философии Гегеля. У Гегеля развитие его философской точки зрения происходит таким методом, который является необходимым. То есть там философское мышление, переход от одной формы мысли к другой форме мысли, происходит необходимым образом. Ты не можешь не переходить. Это движение обязательно совершается. Вопрос только в том, как оно устроено. А здесь, у Олега Михайловича, получается такая история, что есть некоторая трудность. Ее можно разрешить, но ты не обязан ее разрешать. Ты лишь можешь ее разрешить. Нет никакой необходимости переходить к дальнейшему движению. Вот такая необходимость, которая бы принуждала мысль дальше двинуться. Нет. Но мысль может дальше двинуться. Может себя реализовать как бы более полно в качестве мысли. То есть в этой точке как бы сама форма ставит перед собой вопрос, а возможно ли я? Возможно ли рефлексия? Возможно ли форма? Ну, это такой экзистенциальный момент, да? Да. Но и что здесь хорошо? Хороша здесь форма вопроса. Форма вопроса здесь хороша тем, что если мы уже поняли этот вопрос, если форма поняла этот вопрос, который сама же и поставила, то это означает, что она может дать на него ответ. Это означает, что здесь не просто речь идет о возможности какой-то, да, а это реальная возможность стать самой собой. Реальная возможность проявить себя как форму более полным образом. Мышление лишь должно сделать некоторый шаг дальнейший и схватить себя в качестве условия происходящего становления. Ты прям форму трактуешь как какое-то экзистенциальное
сущее, да, которое себя реализует. То есть оно может реализовать себя, а может не реализовывать. Ну, я только хочу подчеркнуть, что форма не обязана себя реализовать. Она может зависнуть в этой точке зрения и не развиваться дальше. Насколько это экзистенциально, ну, что-то действительно есть в этом от экзистенциализма. Ну, то есть форма свободна, раз она может зависнуть. Да, она, безусловно, свободна, это правда. Это правда. Ну, вот я просто хотел сказать, почему форма не может взять себя в своей чистоте, хотя цель формы состоит в том, чтобы схватить себя. Ну, то есть вот это тоже некоторого рода и экзистенциальный момент. Да? Форма хочет именно своей чистоты. Она зависит от предмета, потому что она связана с предметом, но цель формы состоит в том, чтобы вот саму себя-то взять в своей чистоте. Потому что не надо дело понимать так, что есть какая-то изначально чистая форма, готовая, да, а потом она погружается в мир, и в этом мире там возникает становление. Не так происходит дело. А изначально феноменологически открывается просто два факта. Один факт, что вот форма равна себе, а другой факт, что все остальное становится внутри этой формы. И этот факт есть на самом деле один и тот же факт, просто два момента того, что если мы что-то одно фиксировали, то все остальное относительно этой фиксации начинает движение. Это как вот точно так же происходит с любой системой отчета. Мы выбираем систему отчета, и все относительно этой системы отчета движется. Если мы выбираем систему отчета, если форма выбирается как система отчета, то все остальное становится формой. Но почему мы не можем форму взять в своей чистоте? Почему этот ход запрещен? Потому что если форма, ну вот как у, например, у Канта, да, существует в своей чистоте, то это подразумевает, с другой стороны, что и предмет может быть сам по себе. То есть допущение чистоты формы допускает одновременно и существование предмета самого по себе. И вот это как это, потому что, опять же, два факта, две стороны одного и того же. Если мы не допускаем чистоты формы, да, тем самым мы не допускаем существования предмета самих по себе. И у нас всегда ситуация феноменологическая, состоящая в том, что форма и предмет всегда связаны, и форма равна самой себе, а все остальное в форме становится. И вот эта ситуация никак не может измениться. Все, что происходит в системе, да, оно всегда происходит вот именно на этом уровне. То есть всякий раз мы видим одно и то же. Что есть форма, равная самой себе, так или иначе, и есть предмет, который в этой форме становится. Но, на самом деле, как бы, хотя вот Игорь говорит, что форма является мыслящей формой, на самом деле, как бы, вот у Олега Михайловича есть существенное коренное различие двух видов форм. Чувственной формы и мыслящей формы. И переход от одной к другой, он совершается, на самом деле, скачком. Нельзя сказать, что вот чувственная форма – это вот проекция мыслящей формы. Это, скорее всего, здесь надо говорить о некотором роде вот уровневости, да, формы. Что вот есть форма, которая является чувственной формой, и есть форма, которая является мыслящей формой. Да, и эти две формы могут взаимно друг к другу относиться. То есть как одна форма к другой. Это тоже нельзя забывать. Поэтому здесь не так происходит дело, что мы только находимся в ситуации становления чего-либо внутри формы. А иногда ситуация возникает как отношение форм. И, то есть одна и та же ситуация, где в форме становится предмет, может также рассматриваться с позиции как бы формы. В том смысле, что эти равные себе формы как-то взаимно соотносятся. И вот когда речь пойдет там о счете, да, когда речь пойдет о умножении, сложении и прочем, там как раз будут речь идти о том, как различного рода формы соотносятся друг к другу, да, это о соотношении форм. Хотя каждый раз речь идет о форме, как внутри которой становится предмет. Не о какой-то чистой форме, да, а постоянно об одной и той же форме, внутри которой нечто становится. То есть, но просто эти ситуации, да, различных форм могут взаимно соотноситься. И как бы и усложнять саму картину. Да. Ну, это некоторый проспект будущего движения. А пока на данной стадии вот этого разделения внутри формы на форму одну и форму другую еще не происходит. Форма есть просто условие становления предмета. И вот еще, кстати, интересный момент, что
из-за того, что форма внутри себя не различена, форма не может сама себя созерцать. Она не может сама созерцать равенство с собой. Просто потому, что это предполагало бы, ну, различение, что на некоторую инстанцию созерцающую и на некоторое тождество в себе созерцаемое, а ничего этого нет. Есть просто некоторая единая форма, которая есть условие становления предмета, которая активно равна себе условие становления предмета. Тем не менее, форма может себя знать. И форма может себя знать, да. Может себя знать. Вопрос только в том, как она здесь, как она конкретно сможет себя знать. Еще раз, смотрите. Она должна себя знать в качестве равной себе и в качестве активной. При том, что предмет еще не равен себе и становится. По поводу того, является ли он активным или пассивным, здесь... Не могу сказать что-то определенное, во всяком случае еще невозможно сказать, чтобы предмет активно воздействовал, скажем, на форму. Он еще ничто, он еще всего лишь становление. Но он никогда не сможет воздействовать. Ну, да, спойлеры, он никогда не сможет. Вот. Но, во всяком случае, вот исходя из сегодняшней ситуации, про предмет невозможно сказать, является ли он пассивным или активным. Скорее пассивным, чем активным. Но тут твердости нет. Но, просто даже исходя из того, что уже есть, каким образом форма может быть равной себе? По-видимому, раз она не может себя созерцать, потому что созерцание себя требовало бы различия в себе на какие-то разные инстанции, но этого еще не произошло, то остается единственная возможность, которая и осуществляется. Форма осуществляет себя в качестве активной и равной себе. Она воспроизводит себя в качестве таковой формы. То есть, смотрите, да? Мы не можем себя созерцать в качестве равного себе. И никогда не можем созерцать себя. И никогда не сможем в будущем созерцать. Но сейчас как бы там совсем понятно, почему и сейчас не можем, да? Потому что инстанций в них нет. Но мы зато можем осуществлять себя в качестве деятельного и в качестве равного себе. Воспроизводить себя таким образом. То есть мы можем понять себе как условие, мы можем понять себе как тождество. Вот такие же произносят это. То есть каждый раз мы форму понимает себя благодаря вот некоторой своей характеристике. То есть она понимает, что вот она есть и как она есть. Вот. Если, вот, и когда форма это про себя осознает, что единственный способ ей для формы знать себя – это воспроизводить себя, а что значит каждое из этих воспроизведений? Это задание границ, в которых происходит становление предмета. Становление чего-то неразличимого в себе, но все-таки это... Когда мы понимаем, что мы воспроизводим себя раз за разом, мы тем самым понимаем, что и предмет воспроизводится раз за разом в качестве чего-то одного, в качестве чего-то повторяемого. И тем самым, мы воспроизводим себя в качестве формы, и воспроизводя себя, мы воспроизводим нечто ограниченное, нечто конечное. Еще, пусть даже это каждый раз будет вспышка света, то есть вспышка становления в этих границах, но все-таки это уже приобретает форму дискретного становления. То есть уже мы понимаем, что не происходит некоторое... неразличимое длящееся становление. Но это становление становится дискретным. Это становится в этой... Я воспроизвел себя как форму сейчас. И в ней происходит некоторое становление. Потом я воспроизвожу себя в качестве формы. И в ней опять происходит некоторое становление.
Тем самым мы, сознавая себя, осуществляя себя в качестве формы, таким образом, порождаем не просто что-то становящееся, а что-то дискретное, что-то конечное, что есть новый результат. Что ну, есть определенное. Да, здесь уже мы можем говорить, да, о некотором конечном. То есть в некотором смысле это было и с самого начала, поскольку форма была чем-то определенным и актуальным, то, что в ней становилось, должно было стать чем-то конечным. Ну, просто потому, что оно становилось в определенных границах. Только тогда мы, так сказать, не видели основания для завершения этого становления. Но теперь, воспроизводя себя, мы понимаем, что это становление, будучи дискретным, оказывается не каким-то конечным. Оно все-таки некое конечное одно. Да, все-таки некоторое одно. На самом деле, как бы то, что Игорь говорит, это просто речь идет о новой форме. Точнее, о новой характеристике, да, формы, которая состоит в том, что у нас форма является определенной. Раз она является определенной, значит, она является конечной чем-то. Предмет в этой форме, составленный предмет, это определяется то, что предмет есть одно. То есть, когда мы говорим о такой характеристике формы, как определенность, составленный предмет, это звучит так, что предмет есть нечто конечное, одно. Когда мы говорили о том, что форма является тождеством, предмет это был бытие. Как бы то, что... или светом, как говорит Игорь. А когда форма является определенным, предмет становится чем-то конечным одним. То я немножко хотел вот еще назад отступить, да, и поговорить по поводу того, почему форма не может себя созерцать и никогда не сможет созерцать себя. Вот, например, у Канта возможна такая вещь, как самосозерцание формы. И, собственно, в пространстве мы и созерцаем свою форму. Вот мы видим предметы в пространстве, и пространство есть не что иное, как способ, каким мы самосозерцаем свою деятельность восприятия, да, созерцания. То есть созерцание оказывается не просто созерцанием, а самосозерцанием, да, потому что форма, которая есть в восприятии, в созерцании, это форма нами придана, да, миру. Но благодаря вот такому подходу возникает ряд проблем, да, связанных с тем, что если мы созерцаем свою форму, то значит мы в самом созерцании можем различить форму и то, что от формы отличается, да, то, что в форме становится. То есть, ну, в данном случае у Канта это материя, там, или ощущение. Да, и получается, что вроде как ощущение в каком-то отношении находится вне формообразующей деятельности, вне формы. Потому что мы можем непосредственно созерцать форму. И вот эта вот проблема, если ее можно потом, как бы, это отдельный разговор, да, по кантовской философии, она вот, этой проблемы у философа Наговицына нет. Потому что невозможна такая вещь, как самосозерцание формы. То есть мы не можем форму созерцать. Мы можем только форму всяческим образом, как бы, вот так рассматривать с разных сторон, да, высвечивать разные какие-то аспекты. Но никогда не наступит момент, что вот мы увидим эту форму как нечто, это созерцательно. И вот это существенный момент, да, который я хотел дополнить. И второй момент вот по поводу одного. Да. Вот Игорь, правда, об этом говорит, но на самом деле не надо принимать одно как ограничение в пространстве. Да, на самом деле определенность одного, да, конечности, она не является конечностью пространственной. Потому что и в принципе здесь не речь не идет ни о каком пространстве. Речь скорее идет, вот пока до сих пор, речь идет о некого рода логических подходах. Да? С логической точки зрения предмет является определенным в силу того, что форма определенная. Предмет становится конечным в силу того, что форма является конечной. Но конечность формы, она понимается именно как ее определенность. То есть форма – это некая равная самой себе определенная форма. То есть она имеет некоторую конкретность имеет. Ну вот если взять пример в качестве видения взять, да, вот есть некое устроение, я сейчас как бы простым языком буду рассказывать, да, некое устроение того, как выглядит деятельность наших чувств.
Так вот эта вот деятельность, она уже заранее определенная характеристика, она существует только тем способом, каким она устроена. И в процессе видения эта вот устроенность, она так и остается равной самой себе, как определенный вид, это способ видения. То есть это вот нечто равное самой себе. Но она ведь не просто равная самой себе, а именно видение. Это определенная вещь. В отличие, скажем, от слышания, там, от ощущений и прочего. То есть это определенная форма. Не просто равная самой себе нечто, а еще имеющая характеристика, что это видение. И вот когда речь доходит в этом отношении, то как в видении мы уже не просто выхватываем нечто, а выхватываем уже нечто только что видно. И вот это вот видное, оно является определенное со стороны этого видения. То есть само наше видение делает и предмет, соответствующий этому способу отношения к нему. То есть и он тоже есть нечто, что видно. И видно как конечное. То есть вот его конечность не в том смысле, что он пространственный конечный. Вот мы же видим весь горизонт, да, вот, весь простор. А скорее просто, что этот простор стал определенным. Ну да. Вся штука в том, что форма есть действие. И в качестве действия себя воспроизводит. Форма не какая-то штука, вроде стола, которая вот обладает способностью отношения к себе. Но форма или мысль, в данном случае, это действие, которое само к себе относится. Для того, чтобы адекватно себя познавать, оно воспроизводит себя в качестве действия. И когда оно воспроизводит себя в качестве действия и понимает, зачем оно это делает для того, чтобы удержать себя в качестве активного условия возникающего предмета. Она и не может по-другому существовать. Она существует да. как активность. Она только, да, другой она способ у нее просто здесь нет. Она не может себя выщелить и существовать в своей чистоте. Совершенно верно. Всегда. Но воспроизводя, тем самым форма удерживает, с одной стороны, удерживает себя в качестве активного действия. С другой стороны, понимая, что это именно воспроизведение, что это дискретное, это, некоторые дискретные акты, как бы задание рамок, в которых происходит становление, то благодаря тому, что сознается дискретность этих актов, уже можно говорить о том, что предмет, который противостоит форме, становится конечным. Вот он не противостоит. Ну, он не противостоит, да, плохо. Ты все на классических сказываешь, да, да. Ну, что делать? Выкормишь космической философии. Да. Оттуда мы родом. Потому что здесь как раз вот и главный смысл состоит, что предмет не противостоит форме, а что предмет в форме становится. Да, предмет в форме становится. Я только хочу подчеркнуть здесь со стороны формы, как картина выглядит. Видите ли, похожие движения, опять-таки, в классической философии можно найти. Но здесь принципиальное есть отличие. В данном случае форма знает себя, воспроизводя себя. Но форма не знает себя в своем продукте, то есть вот в том конечном предмете, который является следствием воспроизведения формы. Вот такая странная штука. То есть в классической философии, практически во всех мне известных, там так не бывает. Там, если форма знает себя, то это означает, что она знает себя и в своем предмете. Здесь еще нет. Форма знает себя в качестве действия, полагания границы, но не знает себя в том, что получилось после положения границы. Вот в этом дискретно. Это, кстати, объясняет то немаловажное обстоятельство в чувстве, о котором уже говорил Булат, в форме, вернее, чувства, да, что чувстве нам дан предмет, но не даны сам процесс ощущения. То есть, грубо говоря, я вижу стену, но не вижу свой глаз, видящим стену. Это обстоятельство в форме чувства, находимое нами чисто эмпирически, чисто психологически, имеет своим основанием то, что форма, мысль, знает себя,
но не знает себя в предмете. То есть орган ощущения работает и равняется и в этом смысле в качестве действующего равен себе. Поэтому есть основания отличить глаз от уха, потому что они отличены, эти образы полагания отличены друг от дружки. Но и тот, и другой, и глаз, и ухо, не видят себя, не обнаруживают себя в своих предметах. Ну, иначе говоря, мы видим предмет, а не глаз мы видим. Вот смотрим на предмет и видим предмет. Хотя в том, как мы видим предмет, на самом деле, есть равенство формы, да, ее определенно больше. Не видим, как глаз видит. Да. Да, не видим совершенно, совершенно точно, не видим, как глаз видит. Именно это как мы не видим, да, вот эту деятельность мы не видим. Хотя она осуществляется. Кстати, вот как раз в эти... А, уже закончилось, наверное. Вчера и сегодня была такая конференция в универе проходила, на которой собирались сторонники физикалистского понимания сознания. Приехал Джон Серль, просто в настоящий момент, пожалуй, самый главный, самый тонкий физикалист планеты, что называется. Вот его позиция такая, например, да, он говорит, что сознание – это биологическая функция мозга. Ну вот, то есть желудочный сок выделяется желудком и является, так сказать, проявлением деятельности желудка. А мозг не выделяет никакой жидкости, но зато выделяет сознание. И я почему об этом вспомнил? Что тогда и сказал? А? Так он и сказал? Нет, ну не эта метафора, но то, что сознание является... То, что сознание есть биологическая функция мозга, это прямая цитата. Ну, это легко можно опровергнуть. Вещи живые люди. Просто очень элементарно. Это... Ну вот, знаете, человек 30 лет так думает и до сих пор не передумал, что называется, слыша разные возражения. Есть элементарный эксперимент, то если мы человека оставим одного с младенчества, то сознание не будет никакого. Функция-то не включится. Функция не включится. То есть, прикоснувшись с сознанием других людей, это сознание начинает работать. Ну вот я не знаю, как он действует, отвечает на такие возражения, ну правда не знаю. Но поскольку оно действительно напрашивается, то наверняка у него есть какой-то свой контрдовод. Не знаю просто какой. Но я просто к чему это все вспомнил. Я это вспомнил к тому, что вот для этих физикалистов, когда они говорят сознание, они имеют в виду деятельность органов ощущения. Вот это очень странно и очень непривычно, но когда он говорит, что сознание работает таким-то и таким-то образом, он имеет в виду, что происходит наше восприятие чувственное таким-то и таким-то образом. Здесь ситуация некоторым образом похожа, ну, у Олега Михайловича, но обратная. То есть здесь тоже чувство и мысль настолько переплетены, что вот эта вот мысленная форма, с которой все началось, да, она сейчас неотличима от ощущения. Ну, действительно. И мы поэтому с Булатом приводим такие примеры, апеллируя именно к ощущению. Потому что именно в ощущении впервые появляется феноменально схватываемая работа мысли. Именно здесь. Но здесь как бы ситуация обратная. То есть то, что совпадает мышление и чувство, или сознание и чувство, в этом смысле мы с Сёрлем, пожалуй, согласимся, но это совпадение просто по другим основаниям. Да? То есть здесь реконструируется развитие самой мысли, а Сёрли анализирует работу человеческого тела, то есть он анализирует работу чувства. А говорит, что мысли – это просто вот то, что делает чувство, и все. Да, то есть он как бы равенство, в равенстве совпадение, но на разных основаниях. Здесь просто мысль еще недостаточно развилась, чтобы отличить себя от чувства, а для Сёрля вообще нет никакой разницы между мыслью и чувством. Вообще, ну я не знаю. Когда его пытались спросить,
А как вы можете интерпретировать какие-нибудь сложные мысли, там, не просто ощущения, а сложные мысли, какую-нибудь философскую концепцию или религиозную концепцию? Он говорит, да, я пока не могу этого сделать, потому что моя наука еще недостаточно продвинулась. Но это, говорит, не проблема. Там через какое-то количество лет, не я, так мои ученики, мы сможем объяснить, там, как вот, в мозгу рождается философская мысль. Что там замыкает? Вот, что там замыкает, чтобы выделилась философская мысль? Как жилищный сок. Ну вот, мне кажется, хорошо.